Итак, ребята, сейчас я вам расскажу очень интересный рецепт оливье от компании Sedex. Самый безбашенный рецепт. Почему? Смотрите за ингредиентами в эту мисочку. В чем уникальность вот этого моего оливье от компании Sedex? Там, во-первых, есть наша картошка. Там, во-вторых, есть наша тыква. Вы хоть раз в жизни с картошкой, с фиолетовой ели оливье? 100% нет. А с тыквой ели оливье? 100% нет. А плюс еще я взял морковку по-корейски, майонез. Я заранее приготовил такой классический, вкусный, домашний. Если кому-то интересно, пишите в личку. Перемешиваем майонез вместе с вот этими всеми ингредиентами. Добавить каплю соли. Чуть-чуть перца. И очень важный момент. Я очень сильно люблю каперсы. Древний рецепт. Добавлять в оливье чуть-чуть рассола от каперсов. И перемешиваем. Перекладываю в мисочку. Пойду угощать свою королевну. Шлеп-шлеп-шлеп. Берем майонез. Сверху так. Опа. Это морковка по-корейски. Она дает пикантный вкус, аромат. И пытаемся сделать что-то похожее на хвостик дракона. Берем каперс, гигантский красивый каперс, сверху посыпать капельку перчиком. Побежал-ка я под елочку, ребята.